Не было предела радости мальчишкам и девчонкам самим попробовать попасть в цель из настоящего пожарного ствола, как делают огнеборцы, когда необходимо затушить очаг возгорания. Это очень интересно, быть как бы тушить огонь и спасать как бы людей. День пожарной охраны в России отмечается 30 апреля. В преддверии этого праздника у кинотеатра «Искра» развернулось большое интересное мероприятие. Пришедшие могли увидеть как современную технику пожаротушения, так и машины прошлого века. Ребятня, представляя себя спасателями быстрого реагирования, опробовала мотоциклы. Тушат пожары, когда очаги пожаров во всем городе, во всем районе. Ребята, в этот день была предоставлена возможность одеть на себя настоящий костюм пожарного и самолично затушить огонь. Кузница кадров, естественно, это основная задача. Поэтому мы пытаемся молодое поколение, подрастающее, приобщить к пожарному делу, потому что пожарная безопасность – это основополагающая часть безопасности нашей жизни. В настоящее время пожарная служба России насчитывает более чем 200 тысяч человек. Среди них и доблестные пожарные Ленинского района. Я видел, как они тушили большой пожар в нашем районе, в селе Беседы на торговом комплексе, как защищали, боролись с огнем, буквально предотвращая его доступ к горюче-смазочным материалам. Мы вами гордимся. Мы самое главное вам желаем, чтобы в нашем районе больше было тренировок, учений, соревнований. На территории Ленинского района вся команда работает слаженно. Начиная от администрации, заканчивая там первым пожарным. И как результат мы имеем достаточно большое количество спасенных жизней нашего населения. Сразу после армии пришел работать пожарную часть номер 28 Алексей Сухов. Трудится уже 25 лет, имеет множество наград. Пришел спасать людей. Нравится мне эта профессия. Люблю ее и горжусь. Поздравляю всех с Днем пожарной охраны. Желаю всем здоровья, счастья. И чтобы все были... Чтобы было все хорошо и мир во всем мире. В этот день были награждены почетными грамотами руководители предприятий и учреждений за сотрудничество, пропаганду и развитие добровольно-пожарных дружин. Людмила Медведева, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.